Рубежная. Очередной гуманитарный груз в многострадальный город, теперь от ставропольских казаков Рогулинского казачьего общества. В сопровождении военнослужащих народной милиции ЛНР приходит машина. Люди под артиллерийскими обстрелами ВСУ становятся в очередь за долгожданной помощью. Спасибо. В первую очередь это тушенка, сахар, крупы, масло, детское пюре, сладости, кофе, чай. В общем, весь набор, включая и средства, для мытья и для всего, и всего, и всего. Далее военнослужащие оборонного ведомства приступают еще к одной немаловажной задаче – эвакуации мирного населения в безопасные районы. Так называемые «воины света» возобновляют артиллерийский огонь. Продолжается обстрел, ВСУ ведут артиллерийский огонь за моей спиной. Мирные жители, которые пытаются спасти свою жизнь. Но несмотря на это, Украина продолжает целенаправленно бить по тем районам, где идет эвакуация. Уже сил нет никаких, не страшно уже, поэтому решили эвакуироваться. У нас в России все, и поэтому мы туда приезжаем. Вот так, как сейчас, часто? Так, как сейчас, часто? Вчера только так было, это сегодня второй день. Еще те дни было более потише. Страшно? Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, военнослужащие народной милиции продолжают выполнять задачи по эвакуации мирных жителей. Ведь для нас важна каждая жизнь наших граждан.